Северные Осетии продолжают работы по федеральной программе «Комфортная городская среда». Современное освещение, новые лавочки и пешеходные дороги появляются в скверах и парках города. А еще в порядок приводят дворовые территории. За качеством работ регулярно следят представители партии «Единая Россия». Тему продолжит Зара Соколоева. Так еще год назад выглядел сквер Аксо-Колиева. Асфальт в трещинах, трава по колено, лавочки из старых дверей. Здесь всегда есть люди, особенно летом. В жаркие дни приятно отдохнуть в тени деревьев. Долгое время это место было заброшено. За помощью жители Остинской Слободки обратились к Сергею Миняйло. А так сквер выглядит сейчас. Ровный тротуар из брусчатки, удобные лавочки, новые урны и современное освещение. Благоустроили территорию по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Огромное спасибо, Сергей Иванович, вам за ваши слова, которые подтвердились действительно. Вот реально вот сейчас вот для людей здесь удобство, хорошо, все хорошо здесь. Тропинки созданы, свет есть, лавочки есть. Жители проводят свое время свободное именно вот здесь сейчас. Вот, если вот так обратите внимание, то вот они ходят, сидят тут вечерами, днями целыми, бывают здесь. Люди просят обратить внимание на еще одну проблему – сухостой. Здесь много старых деревьев. При сильном ветре они могут упасть на кого-то из отдыхающих. Пострадать может и сам памятник Аксо-Колиеву. Много сухостоя. Перед фасадом, вот там, между дорогой и мемориалом, посажены старые деревья. Они уже наклонились, они уже испорчены. По программе формирования комфортной городской среды в городе благоустраивают сразу несколько территорий. Например, парковую зону на Титова. На обновление выделили почти 10 миллионов рублей. Здесь уже все готово. Осталось только убрать мусор. А к середине августа приведут в порядок 2000 квадратных метров парка в районе Дворца Металлургов. Сумма работ 8 миллионов рублей. За качеством и сроками регулярно следят представители партии «Единая Россия». В эту программу входят и дворовые территории, общественные зоны. На территории республики проходят голосования. Каждый житель может выбрать территорию для включения в программы. И каждый год на территории республики проходят благоустройство как и дворовых, так и зоны отдыха. Всего до конца этого года в Северной Осетии планируют обновить 42 общественные зоны и почти 50 дворов. Зара Соколоева, Аслан Тебиев, Новости Осетии.